По итогам 2021 года у Нефтеюганска низкий показатель ввода жилых строений. Исполнение плана составило всего 38,7%, или чуть более 18 тысяч квадратных метров. Небольшой процент освоения выполнения плана по вводу связан с тем, что жилой дом номер 5 в 17 микрорайоне подрядчик заявлял о вводе в четвертом квартале 2021 года, но в связи с тем, что он не смог получить заключение соответствия строительного построенного объекта жилищной инспекции, вот в эксплуатацию сорвался. Стоит отметить, что данный объект сдали, но уже в текущем году. Всего в 2022 власти планируют ввести 57 тысяч квадратных метров жилья. Из более отдаленных целей – застройка пустующих территорий города. Только в 10-м А-микрорайоне, где на сегодняшний день стоит всего один многоквартирник, в скором будущем появится около 100 тысяч квадратных метров жилья. Дальше мы готовы развивать территорию 662. Тоже проект планировки готов, сформированы границы участков, там необходимо произвести снос. И развивать будем территорию 6 и 5 микрорайона. Также у нас под развитие застроенных территорий площадка в 4 микрорайоне. Несмотря на вдохновляющие прогнозы, местные депутаты обеспокоены низким показателем прошлого года. Ведь на сегодняшний день для успешной реализации программы развития жилищной сферы Нефтеюганска город нуждается в 400 квадратных метрах жилья. Данную проблему и пути ее решения детально рассмотрят на одном из следующих заседаний местной думы. Дарья Лунькова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».